Здравствуйте, друзья мои. С вами преподаватель по школьным предметам Елена Владимировна. И сегодня мы разберемся, откуда берутся девятки. Вот в таком вот примере. Вот, ребят, если мы должны с вами делать вычитание, то мы должны начинать вот отсюда. Из четырех 8 мы вычесть не можем. Что мы делаем? Мы ставим здесь, здесь и здесь девятки. А занимаем мы единичку из трешки. Так откуда же берутся эти девятки? А все очень просто. Давайте закроем циферку, вот эту. И мы с вами увидим просто 3000. Видите, 3 и ноликов 3 штуки. Это 3000. Но если мы забрали отсюда единичку, то здесь стало 2999. Вот и все. Вот откуда берутся эти девятки. Видите, мы взяли единичку, сюда ее добавили, а здесь из 3000 стало 2000 и 999 стало на единичку меньше. Вот и все, а теперь остается сделать просто вычитание. Мы же единичку забирали, 14 минус 8 будет 6. Из 9 4 будет 5, из 9 3 будет 6. Из 9 6 будет 3. Не можем вычитать из 2 5. Здесь от троечки единичку забирали, осталась двойка. Из 2 5 мы вычитать не можем, поэтому займем у двойки. Из 12 5, пожалуйста, 7. А здесь из единички оставшейся вычитаем единичку, получается нолик. Вот вам и все, ребят, откуда берутся такие вот девятки. Давайте разберем более сложный пример. Ну что, попробуем? Из единички девятку вычитать не можем. Придется занимать. Сразу ставим две точки, две девятки. И у четверки мы занимаем единичку. Мысленно закрываем с вами линейкой то, что нам не нужно. И смотрим. Было 400, а стало 399. Мы же единичку забрали. Вот и стало 399. Из 11 вычитаем 9, будет 2. Из 9 9 – 0. Из 9 9 – 0. Из 3 9 вычитать не можем. Поэтому ставим сюда над ноликом сразу девятку. И занимаем единичку. Опять все закрываем. Разбираем. Мы забирали у тройки единичку. Но здесь же было 30. А когда мы забрали единичку, стало 29. И вот она, эта девятка. Вычитаем, товарищи. Из 13 9 мы вычли. Получилось у нас 4. Из 9 9 – 0. Здесь осталось 2. Из 2 9 вычитать не можем. Поэтому снова ставим точку, точку. Над ноликами девятка и девятка. И занимаем единичку. Опять все закрываем. Смотрим. Было 200, а стало 199. Так как мы единичку забрали. Ну, вычитаем из 12 9 будет 3. Из 9 9 – 0. Из 9 9 – 0. Из единички 1 – 0, но мы его не напишем. Друзья, мы и эти нолики могли бы не писать. Но я их написала просто для наглядности. И в ответе вы, конечно же, эти нолики не напишете. Вот такой у вас ответ получится. 304 002. Вот и все, ребят. А с вами была преподаватель по школьной программе Елена Владимировна. И удачи вам на контрольных экзаменах, и ни пуха, ни пера.